Привет-привет, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова. И сегодня у нас обзор моих покупочек из каталога Oriflame номер 8. Заказ у меня огромный, приготовьтесь, он более 500 баллов, примерно 535 баллов. И я вам сегодня покажу машину времени. Готовы? Поехали! И как всегда в моем заказе витамины. Это мои маленькие любимчики. Одну пачку я даже уже открыла и выпила один пакетик. Это мои любимые витамины, потому что они дают очень много побочных эффектов. Я несколько из них вам перечислю. Первый побочный эффект – это то, что омолаживается кожа, потому что эти витамины, они напитывают наше тело, наши клеточки изнутри. А астаксантин очищает клетки, и за счет этого кожа становится сияющей и красивой. Так что витаминки всегда... Помните, что их нужно пить постоянно, потому что они не накапливаются в организме. Далее, в заказе. Я люблю лидеров, я считаю, что я сама лидер. И в этом заказе у меня целых 3 набора лидер. И в набор входят дезодорант. Дезодорант шариковый. Гель для душа. И парфюм. Парфюм я уже открывала, потому что я не утерпела. Мне было интересно, что же здесь за парфюм. 100 мл. Лидерство. Аромат очень приятный. Я его утром дегустировала. И вот сейчас как раз он раскрылся, такие нотки открылись новые. Мне он понравился тем, что он такой мягкий, нежный, мужественный. То есть в нем нет таких вот энергичных нот, таких вот вау-вау. Он такой приятный, его хочется вдыхать и вдыхать. Этот набор мы дарим Мише. Миша, ты теперь уже знаешь, что этот набор твой. А остальные у нас идут под заказ. И мы их вот сюда чуть-чуть отодвигаем. И пока я... отодвигаю все, расскажу вам, почему выгодно взять эти наборы. Если вы откроете каталог прямо на первой странице, то вы сразу увидите, что здесь идет акция. Любой набор, этот набор вы можете приобрести всего лишь за 499 рублей при условии, что у вас заказ из каталога, помимо этого набора, на 990 рублей. Круто? А без скидки этот набор стоит 1670 рублей. Согласитесь? Приятно сэкономить больше 1000. Вот поэтому мы такой набор и взяли. И вам рекомендую. У меня в заказе целых 3 геля. Шикарных красавчиков. Посмотрите, как они красиво оформлены. Это уже известные нам гели, известные ароматы, но в новом дизайне. Специально к чемпионату мира по футболу сделали такие красивые наклеечки на гели. Конечно, я их взяла, потому что они стоят всего 79 рублей по цене каталога. Ну как можно было удержаться? Похвалюсь, вы, наверное, заметили, я все время трогаю волосы, потому что я не могу ими насладиться. Настолько они пышные сегодня, особенные, какие-то рассыпчатые, потому что с утра, как только курьер привез мне заказ, кстати, он меня сегодня разбудил, я такая Соня, проспала почти до 9 утра, я сразу взяла новый шампунь с яблоком и бамбуком и попробовала его. Что интересно в этом шампуне? Это... 2 в 1. Шампунь и кондиционер. И он дает объем волосам. Но самое главное, что я сразу заметила, ну, конечно, аромат просто обалденный. Второе, это что волосы, несмотря на то, что они действительно стали такие вот пышные, объемные, они легкие, то есть они рассыпаются. Нет вот этого вот утяжеления, как обычно бывает там, когда каким-то муссом или спреем ухаживаешь за волосами, чтобы придать объем. Это очень крутая штучка, прям, ну, я себе закажу еще таких. Этот шампунь я еще не попробовала. Это чайное дерево и личи. Он для тонких волос. Но сегодня его попробует моя дочка. И я уже вам напишу отзыв о нем. Вот, прям рекомендую. Яблочко мне очень понравилось. Так, в заказе несколько парфюмов. И все они под заказ. В заказе под заказ. Первый парфюм — это шикарный, роскошный Позес. Для девушек, которые любят себя, которые любят себя показать, которые любят мужское внимание, для того, чтобы еще усилить его. Потому что аромат просто необыкновенный, начиная с самого дизайна флакона, сам аромат и по стойкости, и по красоте, он просто неповторимый. Я его вам очень рекомендую. Это под заказ. Это мужской аромат из серии Men's Collection Dark Wood. Тоже под заказ. Это уже третий флакончик уходит в одни руки. Это говорит о том, что он...
Классный. И также это для моей подруги, для ее дочки. Аромат My Nike Truff невероятно вкусный, такой пудровый, шлейфный, легкий, необычный аромат. В Oriflame нет ничего подобного. Вообще, крайне редко встречаются такие ароматы. Я вам рекомендую его попробовать, потому что он тут просто сама нежнятина. Вот. Это про него. Далее. Это тоже под заказ мицеллярная вода. Я сама ей пользуюсь уже с прошлого каталога, как получили. Я всем рекомендую, и у меня ее постоянно заказывают. Потому что мицеллярная вода – это действительно очень удобная вещь, особенно в путешествиях. Когда вы куда-то часто ездите, то это незаменимая вещь, потому что она заменит вам как минимум два флакона – гель и для снятия макияжа средства, потому что он растворяет полностью всю косметику. Не забывайте только его смывать водой. Он любит воду. Далее, конечно же, мой любимый крем Novage. Я всегда его держу про запас, потому что глазки – это самое главное. Говорят, глаза – зеркало души, но также еще глаза больше всего подвержены вот этим изменениям возрастным. Поэтому за ними ухаживать нужно особенно тщательно. Novage рекомендую. Так, апельсины в студию. Это все мне. Я закажу их еще, пожалуй, штук 5. Это дезодорант и спрей для ног. Апельсиновая вода с чудесным, просто классным ароматом. Апельсинами пахнет. Представляете, ваши ножки, да, будут пахнуть апельсинами, при этом шикарно освежают ноги, тонизируют, снижают вероятность натирания мозолей. А что мне еще понравилось, расскажу вам фишку. Недавно я ездила в путешествие в Грузию, и мне нужно было взять с собой как можно меньше вещей, чтобы чемодан был полегче. И я взяла дезик для ног и использовала его как дезодорант под мышками. Девочки, мальчики, это круто, вообще просто, мне очень понравилась такая свежесть, легкость, рекомендую. Так, дальше. Также новая серия вышла, прикольная, обожаю оранжевый цвет, Optimus Radiance. Это гель очищающий, обратите внимание, какой объем, 50 мл, опять же дорожный вариант, и тонизирующий крем-гель для лица. Такие маленькие классные флакончики, поэтому я их решила тоже отложить для путешествия. И я взяла две масочки, потому что там выгодно, когда берешь два продукта, наибольшая скидка. Одну маску я уже открыла и посмотрела. Сегодня вечером я ее попробую, я ее понюхала. Очень вкусная, такой легкий цитрусовый сладенький аромат приятный. И она такая беленькая, то есть это не гель-маска, а прям классная такая масочка. Вот вечером буду пробовать, а потом напишу свой отзыв. Так что рекомендую, надо себя все время баловать новинками. Ну, это тоже под заказ Optimus, крем для нормальной кожи, склонной к сухости, тоже под заказ для клиентки постоянной. О, как я долго этого ждала, боже мой, рассыпчатая пудра, вот как без нее можно жить? В принципе, можно, но с ней лучше, потому что это шикарная вещь, я вам сейчас покажу, как я ее классно уже упаковала. Она, когда вы получаете, закрыта полностью белой пленочкой. Я пленочку отрываю и заклеиваю часть дырочек, чтобы когда насыпаешь пудру вот так, чтобы много не высыпалось. Потому что если все оставить открытым, вот так бух, и вся пудра здесь, вы ее всю не израсходуете, потому что ее очень мало нужно. У нее такой маленький расход. И она такая прям, ну это профессиональная пудра, серии The One, вы понимаете, да? Она просто шикарная, какая с ней кожа, боже, как я скучала по этой пудре. Хотя, конечно, я обожаю Giordani, я люблю компактные пудры, но без этой я не очень себя хорошо чувствовала. Тоже под заказ два мыла из мужской серии. Мужчины говорят, что это лучшее мыло, которое они пробовали за всю свою жизнь, а мужчины взрослые, да? То есть это о чем говорит, что очень крутой продукт. И, наконец-то, серия The One вышла новинка. Это средство для закрепления, для фиксации макияжа. Девочки, как актуально это нам с вами, когда начнется жара. У нас она в Саратове уже начинается. И я уже сегодня буду пробовать. Ну что, пробуем? Давайте, на счет раз, два, три. Я затаиваю дыхание и показываю, как нужно правильно пользоваться. Итак, раз, два, три. А у кого кожа жирная, обязательно на Т-зону.
У меня она не жирная, но я брызну, на всякий случай проверю. Легкий-легкий аромат. Не могу сказать, что он какой-то вкусный или нет, он просто такой нейтральный. Он очень быстро выветрился. Но кожа пока влажная, ее трогать нельзя, нужно дать средство высохнуть, чтобы он зафиксировал макияж. И я потом вам напишу в комментариях, как долго будет держаться макияж. Ну, конечно, лучше всего проверить, когда будет жара, да? Я проверю и вам потом напишу. Ну и что, у меня тут в этой коробочке, первая коробка подходит к концу, еще две огромных. Здесь у меня серьги, которых я так ждала. Я, кстати, хитрюга, я не стала их заказывать, когда они были в каталоге по полной стоимости, они были очень дорогие. Я их взяла по распродаже всего за 199 рублей. И, наконец-то, у меня в коллекции моих камней появились зеленые камни. Мне их так не хватало, потому что меня почему-то тянет в этом сезоне на зеленое, на желтое, на коралловое. То есть у меня как-то поменялось цвета палитра. Так, первая коробка ушла. Сейчас попробую достать вторую коробку. Ох, какая! Ну что, готова? Ну, тут очень много пакетиков Oriflame. Немножечко какой-то печатной литературы, каталог премьер-клуба, еще не смотрела, потом посмотрю. Новые возможности, брошюрка такая красивая, хочу ее сегодня прям изучить. И в этой коробке у меня две коробки. В коробке две коробки, одинаковые абсолютно. Вот такую вам сделаю баррикаду. Догадались, что это? Правильно, это NovAge. Вы знаете, у меня в последнее время NovAge расходится как горячие пирожки у бабушек. Почему? Потому что я всем подряд рассказываю, какой крутой эффект от этой серии. Потому что я сама ей пользуюсь уже достаточно долго. Коробку пустую убираем. Я всем рассказываю, все видят мой результат, потому что, ну согласитесь, 44 года не каждая девушка может похвалиться таким состоянием кожи. При том, что я ни разу не была у косметолога, я этим горжусь. Надеюсь, я еще долго не буду ходить к косметологам. И вот в такой коробке столько чудесных моих любимых продуктов. Это гель для умывания, гель для тоника, гель для маникюра, гель для маникюра, гель для педикюра, 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 гель для педикюра,
И самое интересное, что он очищает не как старый скинпро, который там вращался, мы двигали все. Он очищает за счет ультразвуковых волн. То есть представляете, насколько это круто. Это круче, чем сходить в салон красоты. За одно посещение косметолога вы отдадите где-то 1500-2000. Весь этот набор с тремя насадками, то есть у него три насадки, есть такая отшелушивающая силиконовая, такая мякишка. Ой, какая она приятная. А это, вау, вообще супер. И есть вот такая массажная специальная насадочка, когда вы с кремом будете делать, вы делаете массаж лица, крем лучше проникает в кожу, он лучше работает. При этом все это так будет красиво стоять в вашей ванной, и вы никогда не будете забывать им пользоваться, потому что он всегда будет у вас перед глазами, согласны? Вот этот аппарат мне обошелся всего лишь за 1500. Но сейчас идет акция. При покупке комплекса NovAge или любого средства, например, я взяла крем для глаз, и SkinPro всего лишь стоит по цене каталога 1999 рублей. Ну, на мой взгляд, это копейки, конечно же, для того, чтобы заменить косметолога на долгое время и сэкономить кучу денег. Согласны? Ждите новых видео, как я буду пользоваться сегодня аппаратиком. И завершает наш обзор вот такой комплектик, маленький, легенький по весу. Это комплект полотенцев для мужчин, ну и для женщин можно, из серии Wellness. Он сейчас идет в распродаже по акции «Вау, лето». Только до конца этой недели можно его купить по супер цене, по-моему, всего 400 рублей. Полотенце для лица, посмотрите, какой он тоненький, какой он невероятно легкий. И прикольно впитывает влагу. То есть такое полотенце, мы привыкли к таким махрушкам, да, тяжелым, которые долго сохнут. А это такая прелесть, опять же, для путешествий. Мало занимает места, легко сохнет быстро. Какая прелесть, я его возьму, может быть, даже еще одно. И большое полотенце уже для тела. Тоже оно красивое, тут есть надпись, буквы какие-то. Вот такая красота. Огромная, по крайней мере, в него можно завернуться и завернуть волосы и все-все-все. Фух, вот и все. Обзор закончен. Я вам показала все свои сногсшибательные новинки. Весь свой огромный заказ, очень вкусный, классный. И я вам желаю тоже вкусных покупочек. Если у вас есть вопросы, задавайте, не стесняйтесь, я обожаю с вами общаться, пишите мне больше в комментариях. И если есть какие-то запросы, может быть, интересно о чем-то более подробно узнать, спрашивайте, запишем ролик. С вами была Лилия Донскова, я вас люблю, до новых встреч, пока-пока!